Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить третью ромпу. У нас все еще классный суд. И сделал ты это с помощью белой простыни. Ты незаметно положил серп, пока накрывал ей клетку. И как вы могли это проморгать вообще? А убрал ты также уже тогда, когда снимал ее. Нет, подожди. Как он снимал и мог серп убрать, это, допустим, понимаю. Но как он мог серп положить и сверху просто не накрыть? Он же вроде вот так вот накидывал, просто нет. Или он прям вот так вот сверху положил, и она идеально легла. Затем, пока все были отвлечены найденным телом, ты незаметно бросил серп под пол. Великолепно! Меня так все и было. Что? Все так и было? То есть ты признаешь свою вину? Трюк, над которым я так трудился, оказался просто тратой времени. Какая жалость. Так это был ты, кто убил Тенков? Дай угадаю, ты меня никогда не простишь. Химика, ты, наверное, очень сильно меня ненавидишь. Возможно, тебе было бы легче, будь казнен я Монокумой. Но, к твоему сожалению, этого не случится. Если вы проголосуете за меня, все незапятнанные, включая меня, умрут. Ты че несешь, Кио? Это не он убил Анджи, да? Все еще не поняли? Я убил Тенка. Такова правда. Но на этом классном суде не важно. Не важно? Ты продавая правила Монокумы, да? Ой, потом окажется, что Тенка на самом деле убила Анджи, а так как Тенку уже казнить нельзя, значит пойдет следующий по очереди, это будет Кио. И он такой... Пападос. И все. Блин, столько вертел головой и думал, что-то придумал, не придумал. А, точно. За кого вам надо голосовать, если запятнанных двое? А что ж, я вам с радостью на это отвечу. Кто успел, тот и съел. А видите ли, мной была убита Тенка, но не Анджи. Так что смерть Тенка для нас не более чем мелочь. Ведь запятнанным в нашем деле является убийца Анджи. Мелочь? Нет, он наверняка врет. Ты убил и Анджи. Это попросту невозможно. Позвольте напомнить вам, что я не мог войти в лабораторию Анджи. Ох, ведь только члены студсовета и Кокичи мочь попасть туда. Как же я тогда мог убить Анджи, если я даже не мог войти в лабораторию? Прикинь, две мои теории будут абсолютно правильные. Ну, практически абсолютно. Анджи убила Маки по сговору с Тенка, но уже Тенка убил он, но уже случайно. Прикинь, и то угадал, ну, по частям. Ну, это выясним. Кроме тебя, никто не мог это сделать. А если Тенка убил ты, а значит, ты должен быть и тем, кто убил Анджи. О, химика, я понимаю твои чувства, но давай обсудим это спокойно и рассудительно. Существует не нулевая вероятность того, что Кия говорит правду. А так, ты понимаешь ее чувства? Ясненько. Но разве роботы могут понимать человеческие чувства? Они могут просто заучить реакцию на эти чувства и все. А, конечно, могут. Я и прикладываю большие усилия, чтобы... понимать их. Эй, Кибо, до чего ты так завелся? Остынь, чувак. Достаточно, давайте голосовать. Мой голос сразу пойдет за него. Истеричка. Проголосовав за меня, вы лишь поможете убийце Анджи. А неужели Кио не убийца? Не убийца, просто другой. Конечно нет. Все дело в ошибке с моей стороны. Монокума добавила свое правило уже после обнаружения обоих тел, так? Откуда мне было знать, что суд будет касаться только убийцы Анджи? Зная это, я бы никогда не стал убивать Тенка. А зачем ты в целом начал убивать? Подожди, это нам объяснять, нет? Ты врешь, ты убил Тенка и Анджи.
Постой, Химика. Делать сейчас поспешные выводы может быть слишком опасно. Давайте еще поболтаем. В этом деле могут быть весьма сочные повороты сюжета. Нахрен надо, с какой стороны на это дело не посмотри, Акио явно виновен. Да, иначе посмотреть на это дело попросту нельзя. Сейчас будет, смотри, вот сейчас стопудово будет стенка на стенку. Нет, пока мы не пришли к логическому заключению, голосовать слишком опасно. Стоять! Вау, ваша дискуссия становится все напряженнее. А в таком случае... Абсолютная Академия с гордостью представляет свои трансформирующие судебные разбирательства. Чё, адвоката позовете? Ой, я уже заждался. Чё? Ты этого ждешь? Каракия признался в убийстве Тенка, но он настаивает, что не убивал Анджи. Мы не простим Каракию за то, что он сделал, но мы не можем голосовать, пока не узнаем все факты. А я должен предъявить всем доказательства и убедить их. Какие доказательства? Подожди. Доказательства чего? Какие? Битва мнений. Я же сказал, стенка на стенку. Как было бы проще в мире, если бы не было дурачков? У вас нет доказательств. Да, бой. Второе, это он сделал. Но нам надо первое. Но второе же он. Но первое. Второе он. Второе! Господи. Голосовать за Каракию. А голосовать нужно сейчас. Еще рано голосовать. По одной ракете, но это будет легко. Акио убил Тенка и Анджи. А я могу прочитать? Понятно. Очевидно, что он вломился к Анджи в лабораторию и захреначил ее. Бери. Однако найденная катана была взята как раз таки из его лаборатории. Ты за их сторону? Ты серьезно? То бошку бери, но я же не вижу. То есть Кио убит Энка, но не является запятнанным. Он с самого начала планировал защитить тебя с помощью нового правила. Мы уже решили тайну смерти Тенка. Разве мы не можем просто поголосовать? Чего? Это за уши притянуто? Подожди. Это за уши притянуто? Какого хрена? Вообще-то Маки должна быть за меня. Вот этот вот с очком собаки на голове тоже. Как его там? Космонавт этот, я не помню. Чё за бред? Признание Кия всех шокировало, но мы сейчас не можем быть уверены, что он искоминами запятнанный. Мы должны сопоставить наши мысли и убедить их всех сразу. Пока ты это говорил, я забыл, что они говорили. Падла. А ну-ка давай, вот так, опа. Чё, правильно? Нет. Запятнанный тогда тебя. А это не так работает, да? А, подожди, я одно и то же два раза, что ли, сделал? Ой, иди в жопу. Да, переиграть. И вот это вот ненавижу, мы даже пули не сможем свои посмотреть. Нормально? Господи, это промотать можно? Мне каждый раз надо будет это смотреть. Ну ладно, мы с этой частью довольно-таки легко всегда справлялись. Давай попробуем просто внимательно. Я не знаю, внимательно посмотрим опять на эти буквы. Обожаю косын, который нельзя пропустить, но они обязательно. Голосовать нужно сейчас. Еще рано голосовать. Ну давай. Слава богу, что с каждым разом их все меньше и меньше. А у них еще и по несколько вариантов. Очевидно, что он взломился к Анджи, запятнанный лаборатория. Опа. Любой из вас мог войти в мою лабораторию. А это не то, подожди. Найденная была взята. Вот. Все, это правильно. Тенка, но не является... Анджи, подожди. Но у Каракея не было возможности попасть к Анджи в лабораторию. Чего? С самого начала он планировал. Нет, подожди. Правило только что было добавлено. Это невозможно, данное правило было добавлено после обеих убийств. Хорошо. Так, убери бошку! Мы уже решили тайную... Тенка, разве... Тут... Кей убил и Тенка, и Анджи... Да подождите! Кио убил и Анджи, и Тенка. Ну, конечно, очевидно, что он вломился
Лаборатория, ну с тобой мы выяснили. Следующее что? Так, у тебя что? Да бошку бери. Не является запятнанным. То есть Кио убит Тента, но не является запятнанным. Запятнанный было у нас уже или нет? Мы решили, что ты. Вот тайна. А ну-ка, успей. Опа. Пока нет, еще одна тайна до сих пор не раскрыта. Это я успел? Да, успел, отлично. Ну подождите, вот самая первая. Какая у нее фраза, я не успеваю. А кто убил? Да иди в жопу вообще. Так, ты что скажешь? Очевидно, что он вломился. Лаборатория правила тайна Анджи запятнана Кио. Так, лаборатория у нас была. Правила и тайна. Лаборатория Кио убит Тенка, но не является запятнанным. Мы не можем смело утверждать, что Кио и убил Анджи. Запарили, а можно вот это вот справа убирать ракеты, которые я уже использовал? Но они путают. Вы что предлагаете? Мне все вот эти вот варианты запомнить просто? Кио убил, запятнанный было. Давай, запятнанный. Именно, нам нужно найти еще одного запятнанного. Хорошо, еще раз запятнанный. Буду на всех из них использовать запятнанного. Нет, лаборатория у него. Может, желтые слова? Желтые слова показывают какой-то. Нет. О! Угадал что-то. Так, Кио у нас был? А хрен его знает. Ну, лаборатория точно была, правило тоже точно было. Так, тайна тоже была. Кио, значит, сейчас должен. Так, ну давайте. Нет, подожди, не та сторона, Кио. А ну. Мы не можем смело утверждать, что Кио убил и Анджи. Отлично, лаборатория была, правило тайна Анджи. Давай Анджи попробуем, не знаю. Но Кирокея не было бы. Была она, по-моему, Анджи еще не было. Да, отлично. Лаборатория. Давай, лаборатория. Блин, нам все надо за один раз теперь успеть. А, я ж могу замедлять еще точно. Запятнанный. Фух. Ну, я же сказал, это относительно легко, но... Вот это вот дебилизм, что ракеты не убираются. Нам надо уследить за всем. Все. Это чисто механическая работа, это даже думать ничего не надо. Опа, а чё я тут жать? Подожди. Ох, клавишу мыши. В смысле? Ну так это А. В смысле? Чё, я нажимаю на А, они такие, нет. Я нажимаю еще раз, они такие, нет. Я нажимаю еще раз, такие, да. Ты чё, падла? Ладно, проголосовав, не раскрыв убийство Анджи, мы совершили им ужасную ошибку. А, к тому же, в убийстве Тенка осталась еще неразгаданная тайна. Тайна? Какая тайна? Хотя признание Каракио и несколько продвинуло нашу дискуссию. Нам все еще нужно разобраться с одной из улик, что была найдена на месте убийства Тенка. Может, ты расскажешь, что это? А, засохшая кровь, да? Мне кажется, она может иметь отношение к убийству Анджи. Да, необычная улика на месте убийства Тенка. Но это засохшая кровь. Мне тоже она непонятно, откуда она. Давай, как ты объяснишь это? А, пятно крови под полом. Мы с Маки нашли его во время расследования. Кровь была под половицей, на которую наступил Каракия. Это кровь Тенко? Нет, пятно было уже слишком далеко от ее тела. А, кроме того, это пятно уже успело высохнуть к моменту, когда мы его обнаружили. Пока даже кровь Тенко, даже и близко, не начинала засыхать. Но они же не хотят что это, сказать, что это Кокичи, который голову разбил. То есть они сейчас у всех лоб проверят, чтобы посмотреть, кто еще разбил голову. О, странно. Странно как-то получается. Почему только это пятно было сухим? И откуда оно там взялось? Кровь высохла, потому что... Она была там еще до сеанса, пятно было небольшим. В целом, второй тоже подходит. Оно появилось во время расследования, воздух был сухим. Не, ну как будто бы второй вариант тоже подходит. Я понимаю, что они намекают на первый, но второй... Ну чем меньше пятно, тем быстрее сохнет, нет? Это пятно крови появилось не после убийства Тенка.
Хотя даже оно не высыхает, а скорее свертывается, да? Это ж кровь. Ну да, но какой бы размер пятна не было, оно бы не успело так быстро. Так, это пятно крови. Ага, ты уже сказал. Оно было там еще до того, как мы начали сеанс. И что это нам дает? Сеанс? Сейчас должно стать ясно, чья это была кровь. Анджи. Ну а что это тебе дает вообще? То, что он не убийца, круто, он сам это сказал. Это пятно крови не принадлежит Тенка, это кровь Анджи. Да и логично, что он вряд ли убийца. Зачем ему двоих сразу убивать? Что кровь Анджи делает на месте убийства Тенка? Да, разве Анджи убили не в лаборатории? Скорее всего, Стэнка где-то на ноге капала или еще что-то, да? То, что мы там нашли ее тело, не означает, что она была убита там. А, да, пожалуй, такое вполне возможно. А, ну если Анджи убили не в лаборатории, это сильно усложняет дело. А тело Анджи было в ее лаборатории, поэтому мы предполагали, что и убили ее там же. Но если она умерла где-то еще, под подозрением оказываются абсолютно все. Значит, убийца не заходил к ней в лабораторию, а поджидал Анджи снаружи. Тогда сговор Маки и Стэнка не получается, да? Ну, в целом и без сговора Маки могла убить. Все равно, Маки. Ну, не знаю, ждал ли он, скорее всего, убил ее в ту же секунду, что она покинула лабораторию. Такой вариант развития событий казался мне самым вероятным с самого начала. Поэтому я пошел в те места, куда Анджи могла заходить, и проверил три пустые комнаты. Места, куда она могла заходить? Зачем ты тогда проверял пустые комнаты? Действительно. Но мне казалось, что она могла пойти только в них. У нее быть там какие-то дела. Похоже, Кокичи вновь говорит сбывающую всех с толку чепуху. Да, я и правда много вру. И даже то, что я сейчас сказал, может быть ложью. Но уверен, что кое-кого сейчас из-за этой лжи ноги затряслись. Анджи сама вышла из лаборатории и направилась в комнату, где была убита. Заявление Кокичи правдиво или же... Фух, я думал, сейчас будет выбор из них, и я такой выбираю малявку эту. Фигуры подвешены вверх ногами, позолоченная... Камикон-то подожди ты. Заточенное дитя, а хрен его знает. Ну, у них ее в лаборатории, подожди. На самом деле, убили в пустой комнате. Но она одна ушла со своей лаборатории. Но с какой целью ей понадобилось бы туда идти? Ведь в них совсем ничего нет. Ага. Что? Они ей были нужны? Кто они? Подожди. Ночью, чтобы не заснуть, она капала горячим воском на свое тело. Только ты, Мио. Таким бы стала заниматься только ты, Мио. Откуда у Кокичи такие мысли? О чем он сказал? Действия Анджи. Стоит поразмыслить над ними. Я думаю, сеанс заточенного дитя она хотела посмотреть, как он проводится. А некрокамикон? Подожди. Я помню. Но это не оно. А заточенное дитя. Для проведения сеанса заточенного дитя требуется 5 человек, включая медиа проводиться. Сеанс должен в темноте. Сначала нарисуйте магический круг, переданный из деревянной заточенной собаки. Затем медиуму необходимо опереться лбом о камень и принять позу черепахи. Сделано это должно быть в центре круга. После этого 4 других участников должны совершить следующее приготовление. Установить железную клетку поверх медиума и накрыть ее белой простынью. Подожди-ка. А сколько человек было в студсовете? Мы знаем, что был Кибо, мы знаем, что была Анджи, мы знаем, что была Гонта, Химика. А был ли пятый человек? Тенка. Вполне возможно сеанс заточенного дитя, но каким образом это связано? Кроме свечей. Свечи ей были нужны? Ей были нужны свечи, с чего вдруг? Фигуры подвешены вверх ногами. 4 расковые зелания были подвешены вверх ногами. Но это абсолютно нахрен ненужная пуля.
Позолоченная катана. Вот она. Катана настолько древняя, позолоченная ее рука. Опа, на катане же тоже следы крови, правильно? Кстати, позолоченная... Так, вот позолоченная катана. Ну, это как будто бы пуля, которую мы потом должны будем использовать. А сейчас заточенное дитя. Пустой... На самом деле ее убили в пустой комнате. А хрен его знает. Ну, пустая комната у нас есть. Потом... Они ей были нужны, свечи. Ай, ну и скорее всего тут будет прикол. Да, ей нужны были свечи. Все такие, что? Ты реально думаешь, она капала себя воском? А он такой, нет, в смысле свет нужен ей был. Чтобы сжечь книгу. Некрокомикон? В пустой комнате. Ты понял, как я догадался? Я просто подумал, какой прикол они бы могли сделать здесь, и уже от этого отталкивался. Гениально. Именно Анджи пошла в комнату, чтобы взять свечу, и сейчас такие, ты что? Точняк ради извращенных поигрушек с воском. Нет, свечу Анджи собиралась использовать для ритуала. Согласно Некрокомикону, для воскрешения мертвого нужно... Подготовление чучела к ритуалу, сожгите этот некрокомикон дотла. Ну, я же говорил. Внимание, в процессе сжигания выделяется угарный газ. Будьте осторожны. А кто вообще, по их мнению, вот так вот сжигает книгу, такой... Кто так вообще делает? Значит ли это, что она пошла за свечой, чтобы сжечь ту книгу? Если они намекают, что должна быть вентиляция, то это логично. Ты книгу сжигаешь. Вентиляция по-любому должна быть. Как минимум дым будет. В лаборатории Анджи нет ничего, чтобы поджечь некрокомикон. Поэтому она решила взять свечу из пустой комнаты. Да, убийца и напал на нее. Ай, поэтому удар был снизу вверх, потому что это химика была, что? Поэтому под полом и будет засохшая кровь. А значит, на Анджи напали в той же комнате, где и проходил сеанс. А браво, Химико! Как хорошо, что ты выбрала для сеанса именно центральную комнату. Ай, вот зачем она для сеанса выбрала центральную комнату, чтобы следы устранить, что... Она знала, что Тенка убьют, и поэтому она выбрала центральную комнату, чтобы замести за собой следы. А зачем она это сделала? Чтобы быть главной покровительницей Атуа? Я же это в качестве бреда сказал, но они же реально так могут сделать. А проведемый сеанс в другой комнате, Тенка бы тоже умерла там. И тогда бы мы не нашли под полом Крабханчи. Все верно. Мы с Шуичи проверяли Поттер только в той комнате, где умерла Тенка. А да, все благодаря Химика, выбравшей ту же комнату, что и Анджи. А может, это была воля Атуа? Или же сила ее невероятной магии? Ничего из-за этого я случайно выбрала. Ну. Постойте. Вы ведете себя так, будто бы сказанное вами уже неопровержимый факт. По-вашему, Анджи убили в пустой комнате, а затем отнесли в лабораторию? А как же тогда вы объясните огромную лужу крови, находящуюся рядом с телом? Скорее всего, Анджи оглушили в пустой комнате, у нее чуть-чуть брызнула кровь, которая попала вниз, и потом уже ее отнесли сюда, и тут уже закололи. Не спорю, тело можно было принести, но с кровью дело обстоит совсем иначе. Но я тебе уже сказал как. Думаю, после нападения в комнате Анджи все еще была жива. Убили ее именно в лаборатории. В таком случае убийца должен был ранить ее дважды, и у меня есть доказательства этого. Файл Монокумы. Но это же относится к вопросу, как доказать. А у нее, у нас разве была отдельная пуля, правда, и то, что ей бошку проломили? Да не, подожди. У нас не было такой пули, по-моему. Фигуры, подвешенные верхнохами, для подготовки заперлась вчера... Вот, члены Студсовида. 1, 2, 3, 4, 5. Я же сказал.
Задняя дверь, передняя дверь, навыки взлома, позолоченная рана. А, есть отдельная пуля на лбу. Что-то я ее совсем не помню. Смертельное ранение, несомненно, было нанесено катаной в заднюю часть шеи. Но у нее также были признаки травмы от удара тупым предметом, и я думаю, я знаю почему. После нападения в пустой комнате Анджи потеряла сознание, убили ее уже в лаборатории. Вот оно как, значит, та лужа появилась после удара катаной. Мне вот интересно, пока ничего не указывает на убийцу Анджи. Как они из этого выкрутятся? А я знаю как. Пустят по кругу всех персонажей, а я сиди, выбирай их. А, теперь все стало понятно. Убийца напал на Анджи в пустой комнате, отнес ее в лабораторию и прикончил ее там. Все понятно? Теперь-то все понятно? О чем вы все говорите? Все понятно? Что понятно? Что вы... Что вам понятно? Че ты психуешь? Что за... Вы все вы... Что вы... Что вы... Психанет сейчас. Я говорил, что это дама. Я говорил. Я так и знал. Дорогой Каракия, успокойся. Я говорю, я знал. Их слова пустые. Они абсолютно ничего не значат. Что? Ты должен преподать урок этим невежественным детям. Да, ты права. Хорошо, я им все объясню. Это раздвоение личности. Одна личность убила одну, другая другую. Ну и скорее всего его должны разрубить пополам, и две половины для каждой из них отдельная казнь. Что ты там, блять, мямлишь? Меня аж все трясет. Еще нет. Еще ничего не ясно. Дело полно неточностей, загадок. Оно покрыто густым непроницаемым туманом. А зачем ты орешь? Еще ничего не ясно. Ну мне тоже, но я же не ору. А, какие у нас есть катаны? Тут файл монокометрия, окровавленный скотч, скотч. Да подожди, не крути. Скотч будет, стопудово, его еще не было. Пришло для него время. Как оно связано, без понятия, я бы это узнал, если бы прочитал, но попробуй тут успеть прочитать. Наступление вперед. Это не заблуждение. А две наружные раны Анджи все объясняет. После того, как ее ударили в пустой комнате, Анджи перенесли в лабораторию и убили ее там. На лоб наклеили скотч, оттуда и волосы. Но вряд ли волосы с лобка, правильно? Значит, это скорее всего со лба. Чтобы не сильно вода... Ой, кровь вытекла. Не было пятен крови, что? Хе-хе, ты видел кровь в коридоре? Ну нет, поэтому я проскочу. Я тебе только что объяснил. Ну хорошо, какая у вас логика? Позолоченная катана, выпавшая половица. Подожди. Я все еще настаиваю окровавленный скотч. Так почему же тогда ее не было испачкано? Потому что тело Анджи там никогда не было, да? Ты лишь искажаешь факты попытки выставить меня виновным. Еще и называешь себя детективом. О, oh, no. Oh, нет. Давай позолоченная катана. Хрен его знает, это выпавшая. Давай выпавшая половица на всякий случай. Но это тоже. Но у меня только скотч тут вяжется, все. У меня больше ничего не склеивается. Бра-бум-пум. Да насрать, файл Монокумы 3 давай. Может там хоть что-то важное может быть, не? А жертва была найдена в лаборатории время смерти около 2 часов ночи. Причина смерти является рана, это имеется рана. Второе, абсолютное тело было. Ну давай объясняй. Опять нет. Но благо у нас всего один меч остался. Вот я охренею, если он тоже неправильный. А чё, слышишь, полтора сердечка сняли. Скотч у нас был. Позолоченная катана. Ну давай объясняй. Или она была? Подожди, я не помню. А, это пропустить надо было? Тогда скотч.
Блять, я все правильно выбрал скотч. Откуда я знал, что желтое просто пропустить надо? Ой, петушня вообще, а? В лаборатории осталось доказательство. Тот окровавленный скотч под телом Анджи. А что? Им убийца обернул ее голову, чтобы остановить кровотечение на время переноски. Окровавленный скотч? Он-то совсем не заметить. Убийца обязан был избавиться от этой улики, но... Скотч был спрятан под телом Анджи. Запятнанный не заметил его, и он остался лежать в лаборатории. А запятнанный аутист, что ли? Он что, не помнит, что он только что наклеивал скотч? А должно быть, он отпал, когда был нанесен смертельный удар. Поэтому он остался под ее телом. Но он... Это, наверное, та сделала ради нас. А что? А то? Долго вы еще будете оно вспоминать? Теперь мы знаем большую часть загадки убийства Анджи. А как вы из этого выйдете, кто убийца? Я убежден, что есть только один человек, который мог убить ее. Да пошел ты нахуй. Что за бред? Что? Почему? Чего ты? Это ты, караоке, ты убил Анджи. С чего ты взял? Какого хера? Так это правда? А, ну это было очевидно. Какой же скучный очевидный ответ. Ты убил их обеих. Почему? Зачем ты их убил? Только не говори, чтобы ты показала свою магию от злости. А то я не верил. А с точки зрения чистой логики, а для победы нужна была только одна жертва. А почему? Почему ты убить их обеих? Да почему? Что натолкнуло вас на то, что это сделал он? Думаю, что одно из убийств было случайным. Случайно. Типа, когда он готовил убийство... Тенка... Зашла Анджи, он такой, ёб твою мать, такой, на, по башке. Но это все равно не оправдывает, но он все равно сделал, а второй зачем тогда готовить? Стэнка. Верно. Оно не было частью плана убийцы. А? Какой из них? Убийство, которое было случайностью, да понятно, что Анджи. Но зачем тогда второе все равно делать, если ты сделал первое? Убийство Анджи было случайностью. О, что? Тенка быть убить намерена? И зачем он дверь все равно закрывал, а? Да, именно так с самого начала планом Каракио было убийство при помощи сделанным им качелей. Но во время его приготовлений в пустой комнате туда зашла Анджи. Он мог под половицу убрать просто... он мог ударить вот так, положить под половицу, там ее заколоть, половицами закрыть. И хрен кто догадается и найдет ее, пока она не завоняется, нет? Поэтому он решил убить ее, чтобы не оставить Анджи шанса сказать нам что-либо. Ей просто не повезло зайти внутрь, пока убийца делал свои приготовления. Поэтому Анджи убили. Типа пытается вызвать грусть, типа бедненькая, не повезло, не в то время оказалось. Но это тупость. Тогда он должен был просто остановиться. Разве он убил Анджи? Не было причин убивать Тенка, вот именно. А ему стоило убить лишь одного в этой игре, убивать двоих бессмысленно. Вот именно. А за два убийства нет никаких бонусных очков, только бонусные улики. Так? А почему, Кио? Почему ты убить двух наших друзей? Раздвоенная личность? Нет. А что? О чем вы вообще говорите? Нет, я не виновен. Почему же все смотрят на меня как на убийцу? То, что ты одного из них убил. Почему они? Успокойся, Каракия. Да. Ты не должен повышать голос. Ты не должен заикаться. Ты не должен терять спокойствие. Ты не должен волноваться. Ты не должен колебаться. Взгляни на их испуганные лица. Жалкое зрелище. Волноваться из-за какого-то бессмысленного. За кого-то бессмысленного? А ты права. Да, ты права. Ну вот опять. Что ты, черт возьми, с ним не так? А то, что он снимает маску и там губы накрашены, вас это не смущает? Кажется, будто он с кем-то разговаривает. Кажется? Тебе кажется? С кем-то. Да он сам с собой, там что-то мямлит. Из какого черта на нем помада?
Как бы громко вы ни протестовали, все ваши заявления ничтожны. Я никогда не признаю ваши заявления, ни одного из них. А твое признание и не надо. Видите ли, нет доказательств тому, что я убил Анджи. Вот именно. Нет, я никогда этого не признаю. Я признаю только факты и настоящие события. Я не признаю фикцию и мистику. Я не признаю ваших предположений или догадок. Хорошо сказано. Хорошая работа, Каракио. Да, спасибо. Он меня пиздец как пугает. Нет доказательств? Нет доказательств, что он убил Анджи? Нет, прикинь. Нет доказательства, есть. Что? Ты ведь понимаешь, что такой блеф на мне не сработает, да? То, чем Анджи ударили в пустой комнате. Это предмет все объясняет. Ничего он не объясняет, любой мог взять. Это невозможно. Думаю, ты все еще ошибаешься, тебе не кажется? Сейчас на нем где-то золотую краску найдут. Извинись, боже, извинись. Ну же, извинись. Серьезно, какого черта происходит? Я тебе говорю, третий класс Неза такой бред и сюр просто перемешанный. Не знаю, что творится с Каракио. Довели человека своей тупостью. А зачем он вообще кого-то убивал? Нам этого не хотят рассказать? Какой мотив? Мотив был вообще ничтожный. Кого-то там воскресить нахрен надо. Но я знаю, каким оружием он ударил Анджи. Я покажу ему правду. Ты только что сказал, Катану, к чему этот? Ох, нихрена себе, подожди. А нихрена себе. Я даже не узнал, а почему... А, вон он где Каракио прячется. Нихрена себе. Ненавижу эту мини-игру. А, подожди, там было тоже. Блин, слишком большие пятна, понимаешь? На этом рисунке их финальном. Они сбивают меня. Я не вижу, куда я реально должен нажимать. You are simply wrong. Да. Этот суд, конечно, меня жестко разочаровал. А то, что ты говоришь, хоть к чему-то что-то относится, не? Может, нам надо было субтитры хотя бы ебануть, не? Well said, Correcchio. Иди в жопу. Блин, мне кажется, у меня уже мало здоровья осталось. Я слишком много ошибок сделал. Да это... Неудобно. Чё? Выиграл? Нет? А сколько у нас здоровья? Это розовая линия у нас. Я не понимаю, почему некоторые клавиши не засчитываются, а? То есть я несколько раз надо, условно говоря, нажать на А. Я нажимаю на А, но половину засчитывается, половину нет. Вот смотри, вот сейчас я нажимаю, почему везде промах? Буквы просто не засчитываются, почему? Вот опять! Так вы еще теперь вдвоем будете бубнеть? Меня он один сбивал, теперь... Мы вдвоем, почему мы вообще два голоса слышим? Если это у него в голове. Вот когда букв нет, тогда вообще отлично, блин. Да, блядь. А в каком порядке, слышите? Что за хуйня вообще происходит? Вот это единственный шанс, на котором я могу вытянуть, когда все буквы сразу. Доска убранной. Убранная доска. Убранная доска. Да. Я сначала ударение сделал.
как мне теперь спать, когда я это увидел. Я сначала ударение поставил, типа, убранная доска, и сижу, думаю, чего, блядь, какая нахер убранная? Потом такое убранное, а, так подходит. А Караки ударил Анджи той же половицей, что была использована им его в плане качели. Доской ударил. Типа... Ни хрена себе. Или что там за доски? Ясненько. И откуда ты знаешь, что она атаковала Анджи именно ей? На нижней части доски осталось немного засохшей крови. Это все еще не доказывает, что убийца он. Кровь. О, кровь Анджи. Да, это кровь, оставшаяся после того, как запятнанный ударил ее этой половицей. Но это не единственное доказательство использования этой доски. Это даже не доказательство. Не факт, что кровь Анджи, не факт, что это он ударил. Помните то пятно засохшей крови под полом? Будь доска на своем месте во время атаки, кровь никак не смогла бы туда попасть. Неплохое замечание. Если бы доска была там, кровь не смогла бы оказаться под ней. Насколько плотно там стоят доски? Подожди. Если там настолько плотно стоят доски, то когда... как он выковырил-то доску, а? А если они... Чтобы выковырить, нужен зазор, а через зазор спокойно прольется кровь. А факт того, что Анджи была оглушена именно доской, игравшая роль качели, подтверждает вину Караки. И ничего это не доказывает. Каким же образом? Вот-вот. В первый раз я полностью на стороне вот этого убийцы. Что за бред вы несете? Раз на Анджи нападали именно с этой доской, что была использована в конструкции с качели, значит, убийца знал о всем труке, так что очевидно, что тот, кто убил Тенка, убил и Анджи. На доске не было гвоздей, кто угодно мог ее просто взять и поднять. Не истери. Еще комикс этот. Предполагаю, что один из моментов подготовки своего трюка Каракею держал половицу в руках. А тогда же в комнату и вошла Анджи. Я вырубила ее с помощью доски. Ну что ты влезла, он же рассказывал, стоял. А, он еще и вот так вот ее ударил. Понимаю. А тебе остается только признаться. Так же, как ты и признался в убийстве Тенка. Значит, вот она, это правда. Как ведь хочешь? Похоже, мы почти закончили. Ну что ж, Уичи, оставляю финал на тебя. Ты нихера за это время не сделал. Положи всему этому конец. Уичи, пожалуйста, покончи с этим. Ради Анджи Тенка заверши этот классный суд. Я понял, ну кто же еще? Что ж, давайте пройдемся по всему делу еще раз и раскроем правду. Караки, я хочу, чтобы ты признался. Нет, я заставлю тебя признаться. Но это не доказывает, что он убил Анджи. С Тенка еще допустим. Я согласен, соль, по которой он мог пройти, и допустим. Но... А что у нас тут? Удар по щеколде. Че? Что делал убийца под полом? Застрявший скотч. Подожди. Камушек, принесенный Химика, заготовленный серп, недостающая доска. А, я не могу выйти, да? Это надо именно так переключать. Кошмар. Отсутствующая золотая катана, дорогой соли. Через Кью, кошмар. А каким оружием вырубили Анджи? Недостающая доска. А каким... А, правая кнопка мыши сюда. Красный цвет обычно показывает, что неправильно. Вы меня так напрягаете. А что было на голове у Анджи, пока ее переносили? Скотч такого, по-моему, нет пока. Каким оружием убили Анджи? Катана у нас она где-то была. Отсутствующая катана. А, все остальное откроется только когда я это все раскрою. Вы охренели. Какую фигуру проткнули катаны? Этого пока не было. А рукояти вращающейся катаны пока не было. Подожди. Удар по щеколде. Ну, по-моему, это нет. Опять же бред, господи. Когда было обнаружено тело... Что? Тело Анджи, кто открыл дверь, понятно. На чем камушек был? Дорога соли. Меня она разъебает просто. Какое оружие виновное... Че? Расположил на железной клетке. А, серп. А у нас он был?
Заготовленный серп, по-моему. Заготовленный серп. А кто крок... Понятно. Я, как убийца, ориентировался по дорожке из соли. А почему нам вот так вот облегчили задачу? Сначала мы все вот это вот проклацаем, а только потом уже откроются остальные. Блин. Какой у нас там остался-то хоть? Застрявший скотч. Подожди. Подошел к клетке. Как стерся магический круг? А, скотч это прямо вот здесь, что ли, аж было? Когда было обнаружено, кто открыл дверь? Нет, это рано. Какую фигуру? Что было на голове Анджи? Да, что-то про скотч я забыл. Господи, а нельзя было автоматически сделать, чтобы открывалось, не? Ладно, я понимаю, когда еще по одному открываем, но когда все вместе. Нахрен это все делать? Когда было обнаружено... А кто открыл дверь, это какой там? Короче, давай подряд. Что делал убийца под полом? Силой наступил на пол... Подожди. Да как оно? Ага, все вижу. Шуичи задувает свечу, воткнутая в фигуру Кайда Катана, подпиленная под полом перекладина. Вопрос какой? Что делал убийца под полом? Перекладину пилил. Так, потом, какую фигуру проткнул Каэде? Заколебете. Так. Когда было обнаружено тело Анджи, кто открыл дверь? Какичи. А, не то, я случайно, подожди. В смысле, вы охуели? Из-за одной ошибки, блядь, целое сердце снято. Пиздец, вы черти, конечно. Охуеть. Из-за одной, бля. Вот это я в ахуе сейчас. Блядь, из-за одной ошибки, прикинь, не то случайно нажал. Пиздец. Вот вы, блядь, пидорас. Золотая катана, что делал убийца под полу? Нет. Кантоны, а? Каким оружием недостающая доска? Кантоны, блядь. Скотч у нас был вот здесь. Стоп, а где скотч? Вот он. А, они еще и в другом месте расположились, эти ответы. Ты прикинь? Каким оружием золотая катана? Какую фигуру проткнули катаной? Ее пока нету. Рукоять, вращаясь, на замке была. Когда обнаружено, кто открыл дверь, потом камушек. Не знаю, этот суд бред, как по мне. Какое оружие виновный расположил заготовленный серп? Какая чушь просто, а? За уши там притянуто, и то даже не все. С какого хрена они решили, что это он убийца? Ладно, Тенка, допустим, хоть как-то обосновали, но Анджи... Кто, кроме Кокичи, тушил свечу, это не то. Как убийца ориентировался по темноте дорожкой? Так, блядь, заебёте. Как это неудобно. Почему, зачем под углом располагать? Не могли прямо, что ли, поставить? Это пиздец как неудобно. Силой наступил на пол, когда виновный подошел к клетке. Ты это имеешь в виду? Да. Воткнутая в фигуру Каэды Катана. А навыки Кокичи, это как открыли дверь. Было обнаружено... Ага. Шуичи задувает свечи, круто. Молодец какой. Что там шаги нарушит? Понятно, это отвратительный классный суд. Мне он жутко не понравился. Такой бред, господи. Почему? Другие сценаристы пришли или что? Почему так загадили сильно? Давайте заново рассмотрим первое убийство. Была поздняя ночь. Запятнанный был в пустой комнате на четвертом этаже. Он был посреди подготовки запланированного им убийства во время сеанса.
В плане убийцы половица играла роль качели, поэтому ему требовалось подпилить поддерживающую его перекладину. Частью плана было подготовить все три пустые комнаты. Таким образом, подозрение пало бы не на убийцу, а на человека, выбравшего эту комнату. А чтобы подпилить перекладины, ему необходима была пила, а ее он, вероятно, взял со склада. По плану перекладины должны были быть подпилены во всех трех комнатах. Однако в процессе подготовки средней комнаты произошло нечто непредвиденное. Анджи вошла в комнату и увидела убийцу, ведущего свои приготовления. Ей нужны были огонь для ритуала, и поэтому она пошла взять свечу в одну из пустых комнат. Но когда запятнанный еще не завершил приготовление, он только закончил подпиливать перекладину. Анджи могла и не подумать, что все это было подготовкой к убийству. Но теперь, когда Анджи стала свидетелем этого действия, убийца не мог использовать трюк с качелями. Будь на его месте любой другой человек, он бы сдался, но не наш убийца. Почему? Почему любой другой бы сдался, а он нет? Какой мотив у него был убивать? Для чего он это сделал? И почему после убийства Анджи он не остановился? Зачем ему принципиально были качели? Он взял половицу и ударил ей ничего не подозревающую Анджи по голове. То есть она все это время стояла и смотрела на него. Такой, ой, а зачем ты взял половицу? Ой, а зачем ты замахнулся? Ой, а почему она летит мне по голове? О. Убийца не захотел бросить свой план, поэтому ему пришлось импровизировать. Симпровизировал, молодец. Лет на 7 потянет, красавчик. Чтобы остановить кровотечение, он обмотал скотчем рану Анджи. Еще одно гениальное решение. Не ее курточку так вот закинуть на лоб и прижать рукой, да? Потом он поднял ее бесчувственное тело и перенес в лабораторию. То есть он отодрал скотч, да? Убийца спешил покончить со всем этим, пока Анджи не пришла в сознание. Так, и что, как он проебал скотч? Просто уронил его? Но спешка его и подвела, из-за нее он совершил огромную оплошность, которая вообще на него никак не выводит. Он не заметил кусочек скотча, лежавшего под телом Анджи. Без этой улики мы, возможно, никогда бы не разгадали трюк убийцы. Как и этот скотч вообще заметила Маки? Взяв с собой все необходимое, виновный вернулся в лабораторию абсолютного творца. Нахер он вообще закрытую комнату создавал? Закрыл переднюю дверь изнутри. А он сначала закрыл дверь, а потом и решил гениально. И достал катану, которую он принес из своей лаборатории. Даже не боялся, что она чухается за это время, да? Ей он убил Анджи, наконец положив ее жизни конец. Каламбурить он еще будет. Потом, чтобы еще больше запутать нас, убийца пытался создать загадку закрытой комнаты. Для чего? Сначала он использовал веревку со склада и повесил 4 восковые фигуры вверх ногами. Сука, такое ощущение, что им пришло куча идей в голову, и они все это напихали и не стали объяснять зачем. На это у него было две причины. Давай, первая — наполнить комнату атмосферой оккультизма. Да, а то, что она собиралась оживить мертвых, это, бля, пиздец, обычное дело. Тут никакого подозрения на оккультизм нет. Что ты? Вторая — он создал способ закрыть дверь, который, опять же, непонятно на кой хер. Виновный воткнул катану в фигуру Кайды, которая находилась рядом с задней дверью, которую невозможно было бы так раскрутить. Он понимаешь, в чем проблема? Они говорят, что он торопился, поэтому скотч уронил, но при этом у него, блядь, было время сидеть накручивать Каэде, чтобы в итоге она попала по замку. Такой крутится. Не попала. Второй раз накручивал. Не попала. Три. Я раскрутил ее, тем самым перекрутив веревку. Так она даже не достает до двери. Сделав это достаточно туров, убийца отпустил фигуру и направился к задней двери.
вы со всех сторон будете показывать. Так, она раскрутилась. И в этот момент, смотри, она даже не наклонялась. Она просто раскручивалась и почему-то первый раз не попал, второй раз не попал, третий раз не попал, а четвертый попала. После такого, как отпустили фигуру, она начала вращаться вместе с катаной. Она же даже не качалась. И вот, когда, видишь, в этот момент она должна была врезаться. Все, и дальше уже не крутиться, она зафиксироваться должна была. Рукоять катаны ударила щеколду, и это закрыло дверь. Непростой трюк, но помните, замок был настолько свободным, что щеколду задвинуть... Щеколду бы задвинуло даже легкое прикосновение. Также виновному хватило времени, чтобы попробовать исполнить это снова и снова, но не хватило, блять, времени скотч убрать. Он не заметил, как он выпал, серьезно? Ну а проверить карман на всякий случай, у тебя всего одна улика, скотч, и ты ее не соизволил проверить? Дверь в конце концов была закрыта, но скотч остался в комнате. Может, позже убийца и осознал свою ошибку, но было слишком поздно. Попасть в лабораторию уже было невозможно, даже для него. А затем этим утром мы открыли комнату и обнаружили тело Анджи. Круто, что открывал Кокичи, но он не вошел в комнату. Но убийца не собирался останавливаться, он планировал еще одно убийство. Ради этого он манипулировал нами, чтобы заставить провести сеанс. Да какой манипулировал, господи, он херню творит какую-то. Рандомную просто. А что так долго, слушай, 10 минут уже идет этот комикс. Из трех пустых комнат для проведения сеанса выбрали среднюю. Кокичи пригласил меня занять место Кибо среди участников сеанса. Медиум вызвался Тенко, но тогда она и подумать не могла, что подписал себе смертный приговор. А виновный заявил, что для проведения сеанса Тенко потребуется... камушек, который Химика принесла со двора. И сейчас она такая: о нет, я помогла ему, да? А почему, кстати, комикс так дешево выглядит, а? Почему персонажи так круто прорисованы, а здесь высоты? Вообще на похер. Как будто кто-то, кто учится рисовать, только делал. Так, по велению убийцы, Тенка нагнула голову так, чтобы та уперлась на камень. Эта поза обеспечивала прохождение убийства по плану. Зачем, если первое уже было совершено? А личные счеты какие-то? Какие нам про нее это не рассказывали? И просто сквозь сетку не мог... Смотри, нам показывают даже, насколько сетка маленькая была. По краям, а сверху она вообще миллипиздрическая. Там бы не пролезло лезвие. Затем мы с Кокичи накрыли Тенка, находившийся по центру магического круга железной клеткой. Убийца же после этого вызвался накрыть клетку белой простынью. Тогда мы этого не знали, но сделали... Сделано им это было не случайно. Ему нужно было установить орудие убийства. Так, и покажите. Я прям хочу увидеть, каким образом он положил. Пока он накрывал клетку ткань, он незаметно расположил серп. Да, это ж так легко. Серп-то расположить незаметно. И когда они ставили собаку, они ничего не почувствовали, что она как-то наклоняется, да? Что клетка, блядь, плоская, а собака что-то наклоняется влево. Почему? Да насрать. Последним шагом мы вчетвером выгрузили деревянную статую собаки. Убийца же воспользовался весом этой статуи, чтобы удерживать орудие убийства на месте. То, что под весом она могла удерживать орудие убийства, это я согласен. Я не согласен с тем, что не заметили, что она может качаться. Покончив со всеми приготовлениями, мы начали сеанс. Каждый встал на свой угол, и в кромешной темноте мы запели песню «Загадочного дитя». По окончанию песни душа мертвеца должна была владеть медиумом. Но у убийцы был совсем другой план — совершить убийство в темноте. Сразу после начала песни виновный начал приближаться к Тенка. Передвигаться в темноте было бы очень трудно, но у него был определенный ориентир. Когда он мог... Вот именно, он вот так вот мог спокойно и до круга добраться.
Не обязательно линии было делать. Он воспользовался линиями магического круга, нарисованными солью. Убийца нащупал соль и использовал ее, чтобы ориентироваться. Так, убийца идет. Когда же он достиг центра круга? Он нашел половицу, на которой он заранее подпилил. Он поднял свою ногу и со всей силой наступил на доску. А, даже не прыгнул на нее, да? Поднял ногу. Нет, тут показывают, что прыгнул. Подобно качелям, другой конец половицы поднялся. А вместе с ним к самому верху клетки поднялось и тело Тенка. В целом, я даже не буду говорить, что это вряд ли так получится, но да ладно. Серп, находившийся сверху, нанес Тенка удар в заднюю часть шеи. Она была убита прямо перед нами, а мы этого даже не заметили. Было темно, прикинь. Совершив затеянное, убийца при помощи соли вернулся обратно в свой угол. А завершил ритуал и сказал нам зажечь свечи. Мы послушались его, убрали все, что использовалось в сеансе, и... Шикарный ракурс. Через жопу Тенка лучшую реакцию остальных видно. Обнаружили тело Тенка. А, вот этот звук вы не услышали, да? В этот же момент, пока мы все были сосредоточены на теле, убийца взял серп и выбросил его под пол через дыру в комнате. Разве? А серп был не в другой ли стороне, а? Нет? Как иронично, мы сами невольно совершили последний этап преступления. Виновный так спланировал убийство, что мы, сами того не зная, избавились от улики. Но серп же был, по-моему, в левой стороне, а дыра была в правой, нет? Уликой был магический круг, по которому убийца ориентировался в темноте. Что за странная картинка последняя? Однако убийца не знал, что Киба сделал фотографию. Киба и правда нас спас. Без этого снимка мы бы никак не заметили внесенных в круг изменений. Да вам в целом, похую абсолютно на какие-либо улики, вы просто что-то придумали и такие, да, это правда. Но теперь мы все знаем наверняка, как и знаем, что убийца, нарисовавший магический круг... Вы не знаете, это никаких доказательств, что Анджи не дает, что это он. Это Каракия Шунгуджи, абсолютный антрополог. Ты стоишь за этими убийствами. А ты стоишь за самой тупейшей версией. Что доказывает? Доску мог взять кто угодно. Какие непосредственно доказательства на него ведут? Вот к какому выводу я пришел. Все сходится. Нихуя не сходится. Иди нахуй. На этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы увидеть следующую серию. На этом все. Скоро увидимся.